Приветствую всех, кто, несмотря на все, продолжает смотреть мои видео. Раз уж в своих видосах я часто говорю о каких-либо древних организмах, то вам бы неплохо представлять, когда эти самые существа жили, а также в целом знать основы геохронологии. В этом видео я перечислю все основные периоды и эры, которые я буду касаться в последующих роликах. От вас же попрошу небольшого, но все-таки участия. Здесь я буду перечислять различные эпохи, а также говорить о том, чем же таким интересным выделилась каждая из них. И тут на первый план выходите именно вы, а именно я попрошу вас задавать вопросы по интересующим вас темам. По этим вопросам я буду ориентироваться и корректировать тематический план по созданию новых видео. Ведь гораздо проще ориентироваться на ваши желания, на то, что вы в первую очередь желаете услышать, потому как я на самом деле могу сказать о многом, но темы интересны именно вам в первую очередь, ванговать не умею. А значит, ваш коммент с вопросом будет для меня очень важен, что-то типа демографического эксперимента, сопряженного с вашей помощью в создании роликов и освещении в них новых и новых тем, интересных как можно большему количеству людей. Итак, геохронология. На самом деле в этом видео мы не будем касаться совсем уж древних эпох, а ограничимся фанерозоем, эпохой видимой жизни, начавшейся с Кимбрийского взрыва примерно 550 миллионов лет назад. Эта эпоха по-другому называется эрой видимой жизни, что явно связано с тем, что в палеонтологической летописи сильно возрастает количество окаменелости, или говоря по-научному, фоссилий. Связано это, как я уже говорил в своем ролике про Кимбрийский взрыв, с тем, что у многих организмов начинают появляться внешние и внутренние скелеты, у кого-то раковина, у кого-то панцирь, у кого-то хорда. За подробностями обращайтесь к моему ролику по теме, по ссылке в описании. Также хочу подметить одну очень важную вещь в этой самой хронологии. На самом деле, хоть эта хронология и называется геологической, в полном смысле слова она такой не является. В частности, эры между собой разделяются по глобальным событиям, произошедшим с биосферой. Как я уже подметил, начало фанерозоя в этой шкале соответствует появлению окаменевших твердых частей фауны в отложениях, и так далее по нарастающей. Так, граница между палеозойской эрой и мезозойской проводится по самому глобальному вымиранию в истории Земли – Перм-Триасскому, а граница между мезозоем и кайнозоем – по самому известному – мелпалеогеновому. Как я говорил в одном из своих предыдущих видео, история биосферы Земли – это история катастроф и вымираний. И, конечно же, первой крупной эрой на нашем пути станет палеозойская эра. Как вы уже поняли, началом ее послужил Кимбрийский взрыв, произошедший, что довольно логично, в Кимбрийском периоде. Хоть, конечно, и причинно-следственная связь здесь немного иная. Палеозой, по факту, в переводе с латыни, означает «эру древней жизни». В геологическом плане палеозой также довольно интересен. После распада суперконтинента Родиния в южной части планеты остался огромный ее кусок – суперконтинент Гондвана. При этом в горном одиночестве Гондване долго быть... не пришлось, ведь к концу палеозойской эры из нее и из останков северных материков собрался последний на данный момент в истории Земли суперконтинент Пангея. Также в начале этой эры в Кимбрийском периоде сформировались основные типы современных живых существ – членистоногие, первичнороты и вторичнороты, и появились хордовые, первые ракообразные, кольчатые черви и еще вагон всяких вкусностей. По сути, для биосферы начало палеозоя – это появление всех главных планов строения организмов, которые за 550 миллионов лет практически не изменились. Следующий период, Ордовик, отметился разве что появлением известных многим рака скорпионов и первых сосудистых растений. Граница Ордовика и еще одного периода, Силура, отметилась глобальным, третьим по массовости в истории Земли вымиранием, связанным с резким похолоданием климата, который до этого был достаточно теплым, тепличным. В конце силурийского периода начали появляться первые сухопутные растения, скорее всего ринеофиты, и животные, в частности, некоторые группы паукообразных начали выходить на сушу. Из крупнейших, важных для нас, ароморфозов, можно вспомнить появление челюстноротых, которым на данный момент принадлежат практически все виды позвоночных животных. Логично, что понятие челюстнороты включает в себя все группы животных, имеющих противопоставленные челюсти, от акул до человека. В следующем периоде, Девонском или Девонском, мы могли бы уже встретить первых земноводных, таких как Темноспондиль или Ихтиостега, а также массовое заселение прибрежных зон с споровыми растениями, предками современных папоротников, хвощей и плаунов. Каменноугольный период, или Карбон, отметился появлением первых рептилиоморфных амфибий,
а к концу периода первых анапсид и катилозавров. В пермском периоде среди наземных рептилий началась активная эволюция. В частности, произошло полное разделение анапсидных рептилий и появление первых синапсид, предков современных млекопитающих. К середине перми сформировалась еще одна группа рептилий – диапсиды, потомки которых, лепидозавры и архозавры, станут главными представителями фауны на следующие 190 миллионов лет. Начало пермского периода ознаменовалось появлением крупных синапсидных рептилий, таких как пеликозавры. Данная группа была представлена первыми достаточно большими видами среди всех сухопутных существ за всю прошедшую историю Земли. Среди синапсид происходит усложнение организации, появляется вторичное костное небо, волосяной покров, развитая железистая кожа, увеличивается и усложняется дифференцировка зубов, которые разделяются на резцы, клыки и жевательные зубы. Главенствующей группой к концу перми, сместившей с пьедестала макрофауны пеликозавров, становится группа рептилий горгонопсов, крупных синапсид, имевших волосяной покров и, скорее всего, достаточно развитой метаболизм. В результате глобальных изменений климата на границе палеозоя и мезозоя большинство синапсидных рептилий вымирают, а в мезозойскую эру переходят только самые продвинутые и универсальные их группы, например, териодонты или зверозубы. Граница между палеозойской и мезозойской эрой также отметилась глобальным вымиранием, самым значительным вымиранием за всю историю макрофауны Земли. Например, только морских животных вымерло примерно 90% в видовом составе и около 50% в составе отрядов и семейств. Связано это вымирание было как с понижением количества кислорода, так и с повышением содержания в атмосфере метана и углекислого газа. Причиной такого скачка, скорее всего, была активная вулканическая деятельность, в частности, вековые извержения в районе сибирских трапов. Ну вот и добрались до мезозоя. Данную эру принято делить на три периода – триасовый, юрский и меловой. В целом эра у многих ассоциируется с господством динозавров, но в одном видео я уже рассказал про их соседей и не примену указать на то, что динозавры были довольно-таки сухопутными существами, а сменить среду обитания смогли только птицы, да и то испытывая огромную конкуренцию со стороны множества птерозавров. Собственно, началось все в триасе, сразу после вымирания многих групп крупных синапсид, на смену которым пришли зверозубые териодонты, и повсеместного распространения архозавров, занимавших пустующее пространство. В триасовом периоде появилось великое множество их форм, а многие из них начали занимать ниши древесно-лазающих мелких насекомоядных хищников, ведь триас – это период, в котором сформировался новый класс растений – голосеменные. Многие начали испытывать стремление к гигантизму, даже среди хищников, так, например, большинство видов ревизухов имело длину от 4 метров и более. Не отставали и синапсидные децинодонты, выраставшие до 2 метров в холке и весом до тонны. Ввиду таких изменений первые динозавры, а также териодонты, испытывали неслабую конкуренцию, что благотворно сказалось на одних и чуть не погубило других, закрыв их в нишевых универсальных рамках ночных животных. У многих архозавров начала развиваться бипедальность, что называется, это тренд сезона, но истинной бипедальности смогли достичь только первые настоящие динозавры из отряда герерозаврид, такие как ставрикозавр. Это были довольно примитивные, еще даже не оперенные архозавры с неразвитым тазом, еще гибким позвоночником. Во многом считается, что они не были истинными предками всех динозавров, ну по крайней мере терапод уж точно. В конце триаса оформились две группы динозавроморфных ящеров, орнитисхие и заврисхие. Судя по названию, их делили по внешнему строению таза, который был у одних похож на таз птиц, а у других на таз ящериц. Ирония в том, что ящеротазовые в итоге породили птиц, а птицетазовые в некоторых отрядах изменили строение на близкое к строению лепидозавров. Да и вообще, как оказалось по современным сравнительным исследованиям 2017 года, завроподы, относимые к ящеротазовым вместе с тероподами, скорее всего были просто отдельной от теропод группой, абсолютно отдельной, либо группой, родственной вообще герерозаврам, но далеко не настоящим тероподам. Так что уж извините меня, это какие-то танцы с бубном, а не классификация. В стане синапсид также происходят серьезные изменения. Под конец триаса вымирают последние децинодонты, уступая место прозавроподам и первым завроподам, а териодонты оформляются в подобие яйцекладущих млекопитающих. Самая прогрессивная группа, циногнатусы, получает наконец облигатную теплокровность, потовые железы, видимые подобие молочных желез у таких видов, как, например, тренаксодон. Про шерстяной покров и говорить не приходится. В начале юрского периода уже появляются первые однопроходные, похожие на мегазастродона, с виду уже полностью современные по всем фронтам. В воду уходят некоторые группы завроптеригий, в частности натозавры, которые через несколько миллионов лет эволюционируют в главных хищников юрских морей – плезиозавров и плиозавров.
Мезозавры, спустившиеся к полуводной жизни в конце Перми в середине Триаса, формируют отряд ихтиозавров, таких как цимбоспондилы, основных хищников триасовых морей, наряду с выжившими акулами. К концу Триаса некоторые из древесных мелких крокодиломорфов обзаводятся крыльями. Кто-то как целурозавров или лангвисквама для планирующего полета, а кто-то как диморфодоны и рамфоринхи для активного и машущего. Так появляются первые птерозавры. Юрский же период развивает полученные в Триасе победы, формируя среди динозавров множество обособленных групп, таких как дилофозавры, цератозавры, аллозавриды, тиранозавриды, гипсилофодонтиды, игуанодонтиды и гадрозавриды. Среди териодонтов возникают первые сумчатые млекопитающие, а к середине юрского периода появляются первые зубастые птицы и множество групп, близких к ним по строению. В целом, спокойный климат на протяжении всего юрского периода сформировал ту самую мегафауну, которую мы вспоминаем, если говорим о мезозое. В меловом периоде начинаются повсеместные изменения климата. Пангея, распавшаяся на Лауразию и Гондвану, расходится на восточную и западную часть полушария Земли, что формирует новые течения, климат становится куда более сезонным. Среди динозавров становится все больше теплокровных форм, среди морских ящеров множество живородящих. Среди хищников наблюдается сильная любовь к гигантизму, что приводит к появлению двух самых крупных групп терапод – тиранозавридам и спинозавридам. Будучи изначально небольшими охотниками подлесков, обе эти группы вырастают до огромных размеров. Среди динозавров, скорее всего, появляются первые стайные виды, хотя этот факт еще довольно спорный. Ну а среди дромеозаврид появляется тенденция на усложнение поведения и повышение интеллекта. Многие гадрозавриды начинают ходить огромными стадами и пользоваться общими гнездовьями. Вместе с ними передвигаются отдельные представители первых анкилозаврид, от паноплозавра до эоплоцефала. Появляются первые цветковые покрытосеменные растения. Начинает формироваться настоящая современная почва и дерновой слой. Цератопсы или рогатые динозавры занимают нишу первых в мире травоедов. Появляются первые насекомые-опылители из отряда перепончатокрылых. В морях начинают вымирать крупные ихтиозавры и плезиозавры. Им на смену приходят мазозавры и первые спустившиеся в воду примитивные птицы типа гесперормис. В воздухе птицы отвоевывают место у мелких птерозавров, оставляя ниши только для гигантских представителей птеродактилоид, таких как кецалькоатли. В конце мелового периода также появляются крупные плацентарные млекопитающие. Некоторые из них имеют размеры до 1 метра в длину и вытесняют мелких динозавров из своих экологических ниш. Начинается мелполеоценовое вымирание. В результате этого вымирания примерно за 5 миллионов лет с планеты исчезли практически все динозавры, за исключением зубастых и настоящих птиц, большая часть остальных архозавров, за исключением крокодилов и аллигаторов, все клювоголовые, кроме гатерий, большая часть чешуйчатых, в том числе и мозазавры, кроме ящериц, варанов и змей, все птерозавры, плезиозавры и еще примерно 40% всех сухопутных форм. Из развитых позвоночных в итоге остались только птицы и несколько десятков видов млекопитающих. Вот такое описание я бы дал этим двум основополагающим эрам в истории биосферы Земли. Ну а про кайнозойскую эру будет отдельное видео, потому как там есть про что сказать в отрыве от данной темы. Все-таки каких-то 33 миллиона лет назад появились первые человекообразные обезьяны. А во многих биоценозах главными хищниками были гигантские наземные птицы. Уж эту тему я не хотел бы мешать с видео, где главная роль отдана эволюции рептилий. Кайнозой сам по себе удивителен и забавен, а поэтому пока всем пока, ставьте лайки, не забывайте про вопросы для меня, вопросы, и до новых встреч.